Да, как пыль жгет. Снимаешь? Да. Короче говоря, значит, качер работает у нас на сколько там? 180 килогерц. Солнце просто не видит, как будет, да? Паша, где наш? Видно, как горит? Видно, да, видно, но слабо. Ну, короче, эффект в другом. Эффект в том, что вот магнит. Вот магнит. Вот к нему примагничивается. Все. Стоит на качер поставить магнит. Ой. А потом металлическую такую штуку. Смотри, Игорь. Смотри, что происходит. Какое-то непонятное физическое явление. Вот смотри, если снизу делать, где магнита нету, то вот так вот. Видно, да? Дуга образуется. Но стоит только к магниту поднести. Ты понял? Ни хрена себе! Вот хрен его знает, что это такое. Короче, блин, вот какие цели. А стоит магнит убрать? Нормально все. Вон, смотри. Видишь? Просто положи еще раз на магнит. Не, нафиг надо. Факт, да, это же вообще... А может, блядь, можно создать ему бойную силу? Я не знаю, нахрен нужно. Как что? Нахрен человек нужно? Все не делает, постоянно оружие получается. Как бы что не делает, все оружие.